Водитель мопеда попал в реанимацию после столкновения с припаркованной машиной. Авария произошла накануне вечером в Бендерах на улице Коммунистической. Очевидцы аварии вызвали скорую помощь и ГАИ. 25-летнего водителя доставили в реанимацию. Сегодня молодой человек пришел в сознание, ему оказывают помощь. В настоящий момент состояние средней тяжести стабильное. Множественные ушибы головы, туловища, конечностей. Травм, угрожающих жизни, нет. Врачи говорят, если не обнаружится скрытых повреждений, то водители мопеда уже через несколько дней выпишут долечиваться домой. По факту аварии проводится разбирательство, сообщает МВД.